внимание, не откладывайте ремонт на потом. Начните его прямо сейчас вместе с телеканалом Шоп-н-Шоу и блоками интерьерного покрытия Нью-Йорк. С вами я, Мироненко Елена, и мы делаем этот ремонт быстро. Итак, вы получаете 20 листов в комплекте. Вы видите, полностью они упакованы, что соответствует 10 квадратным метрам, которые вы обклеиваете. Итак, давайте посмотрим, как преобразили свой интерьер уже наши телезрительницы. Смотрите, ванная комната, туалеты, обшарпанные стены были, и какие они ровненькие стали, без дополнительного выравнивания подготовки и какой-то подготовки. Это правда. Посмотрите, даже в ванной комнате, казалось потолки, бы, влажность, ничего страшного. А посмотрите, какой гараж, даже шины, колеса там стоят, и мы видим, что он абсолютно новый. Итак, вы хотите сделать новый ремонт? Тогда сделайте их прямо сейчас. Вместе с Алексеем Мичуриным, нашим экспертом, который помогает нам сегодня это делать. Итак, друзья, вы получаете 20 вот таких блоков в размерах примерно 70 на 70 сантиметров, что соответствует 10 квадратным метрам. Для того, чтобы их наклеить, не нужно подготавливать стены. Вы просто снимаете защитный слой бумаги и наклеиваете прямо на стену. Даже если есть какие-то неровности, вы можете эти неровности скрыть благодаря тому, что вы получаете не просто блоки покрытия, а они объемные. И, соответственно, все неровности, которые здесь есть, они остаются под этими объемными покрытиями. Посмотрите, Леночка уже сама взяла. Ну тогда и эту тоже возьми, наклей, а я расскажу, какими еще свойствами обладают этими блоками. Сделаны они из материала, который называется вспененный ПВХ. Этот материал обладает хорошими изолирующими свойствами. То есть, если у вас в стене есть какие-нибудь отверстия, есть какие-нибудь щели, в которые поддувает холодный воздух, выходит тепло, то после оклейки вы получаете идеально герметичную стену, в которой не будет выходить тепло и не будет залетать холодный воздух. Слушай, ну очень многие у нас делают, да, и в бане, и в ванной комнате, да. Или там, естественно, влажность, и первый вопрос, не отклеятся ли они от влаги. Ни в коем случае. Насколько клей, который здесь используется, он влагостойкий, я это покажу чуть позже, а верхнее покрытие, оно влага и грязи отталкивающее. То есть посмотрите, как скатываются капельки. Они не впитываются внутрь, не проникают внутрь, а остаются на поверхности, их легко стереть. То есть, если это кухня, попадает жир, если это ванная, попадают капельки воды, то вы легко потом поухаживаете за этими блоками интерьерного покрытия. Леш, ну а если вот дети вот так вот рисуют, понимаешь, и рисуют еще и солнышко, ты приходишь, а родители всегда ругаются. Как здесь будет тогда? Просто берете влажную тряпочку и стираете. Еще раз, верхний слой влагой грязи отталкивающий и дополнительно защищен от истирания. То есть они невероятно прочные и износостойкие. А самое, знаешь, что самое главное? Мы выбираем свой интерьер. Итак, 16 цветов. Белый, парижский туман, золотой ретро, массив дуба, альпийский дуб, кленовый сироп, кирпичный лофт и просто лофт. Есть у нас с вами греческий мрамор и травентин бежевый, белая мозаика и интересный вариант сумерки, лофт 28, дуб молочный, старый город, золотой. И предложение сегодня, конечно, в отличной цене. Итак, вы получаете со скидкой 30%. Сегодня 20 листов и покрывается 10 квадратных метров. Представляете, только вот за все время продаж было распродано более 53 тысяч таких блоков. К нашему телеканалу присоединились 3 тысячи новых клиентов. Это бесплатная доставка. Посмотрите, они придут вот так вот в упаковке. Вы можете привезти и на метро, и в общественном транспорте. Справится даже женщина. У меня есть абсолютно история. Верно. Опять же, подруга переехала в новостройку, 28 так, квадратных метров. В ипотеку взяла. В ипотеку. Сейчас были льготные условия. И она мне говорит: Лен, мы, конечно, потратили, все вкладываем в ипотеку, но сейчас, когда нам посчитали ремонт, мы ахнули, потому что нужно выравнивать стены. Конечно, что делать, конечно, чтобы быстрее заехать в эту квартиру? А посмотри, клей, который здесь используется, он универсальный, так, подходит для любых типов стен, в том числе прямо на бетон. То есть клей очень хорошо будет держаться практически на любой поверхности. Так. Главное, чтобы поверхность не была сыпучая. Вот посмотри, у нас здесь бетонные блоки, они не сыпучие, то есть на руках, посмотри,
смотрите, ничего не остается у нас. Так, потрите свою стену. Если остались какие-то крошки, то она сыпучая. Угу. Если нет, значит, можно наклеивать прямо на эту стену. То есть не штукатурим, не выравниваем стены, не тратим на это время прямо на бетон. На бетонные блоки вы наклеиваете блоки интерьерного покрытия и получаете идеальный результат. Причем обратили внимание, что у нас здесь и провод с вами идет. Да? Вот он, этот провод. Мы его не прячем в стену, мы его оставляем на поверхности, потому что блоки закрывают даже провода. Идеально! Вы только представьте, как вы можете сделать этот ремонт сами. Леш, ну вот давай я попробую сейчас. А ты уже этот взяла, углы, да? Знаешь, я просто вспоминаю, что всегда вот мама, если, допустим, сделали они вместе ремонт, отец всегда ругался, говорит, Наташ, ну что ты, вот здесь к уголку надо вот как-то его правильно подделать. Опять же, когда ты клеишь обои, ты снять их уже не можешь. Да, здесь ты сможешь всегда скорректировать, да, если что-то вдруг неправильно, ты можешь чуть-чуть вот так вот подснять. У тебя есть на это где-то 10-15 минут. Дальше вы выровняли все, и на угол очень удобно заводится. Опять же, благодаря формату, то, что это у нас 70 на 70 сантиметров, вы легко скорректируете все неровности и подгоните каждый блок друг под друга. И получаете, посмотрите, какой красивый, мягкий уголочек. То есть угол у вас защищен от истирания, от порывов каких-то, от засаливания, и при этом защищает еще и от травм. Да, вот скажи мне, а чем они отличаются от обычных обоев? Просто вот, допустим, обычные обои говорят, что они, к примеру, их можно как-то постирать или помыть, что они водостойкие, но очень часто они начинают даже пузыриться, как наши. Посмотри, обычные обои сделаны на основе бумаги, то есть это бумажная вот такая вот основа. Естественно, вы ее сомнете, если положите в воду, то она станет очень хрупкой, и она начнет рваться. Нашими обоями ничего не будет, потому что они сделаны из ПВХ. То есть, как бы вы ни смяли, как бы вы ее ни намочили, она не порвется, и с ней ничего не будет. Более того, можете снять защитный слой бумаги и использовать повторно. Как просто и легко сделать ремонт и ваше преображение без бригады и без дополнительных затрат. Сегодня бригада Алексея Мичурина и Елена Мироненко идет именно к вам. 6999 и бесплатная доставка.